Ловите этого гнусного предателя по канату на дворянской пати. А вам будет наука. Никогда не верьте слову пирата. Эй, предатель! Я суровый, но справедливый. Если ты дойдешь до лестницы, я тебя отпущу. В этот раз правда, слово пирата. Thank you.
новогоднее обращение Варжар к морскому народу. А для тех, кто не силен в маршинном языке, я буду переводить. Уважаемые жители морей и океанов, дорогие водоплавающие друзья, совсем скоро к нам приплывет... ...2022 год. Обычно в это время мы собираемся в узком кругу самых близких. Хотя в косяк сельди может набиться до миллиарда пустыней. Тритоны отсюда. И независимо от того, кто вас сейчас окружает, восторженные мальки или старые морские коровы, простите. Всем в этот момент становится теплее. Даже самым хладнокровным из нас. Это все от того чувства любви, которое нас окружает. В эту волшебную ночь мы загадываем самые заветные желания. И я уверен, что в этом году все они непременно сбудутся. Я уже переговорил с департаментом «Золотых рыбок» и дал соответствующие поручения. Но не стоит уповать только на «Золотых рыбок», ведь наша жизнь целиком и полностью в наших плавниках и ластах. Мой фитнес-трекер говорит, что мне пора расслабиться. Секундочку. Сейчас, когда от Нового года нас отделяют считанные секунды, я еще раз хочу сказать, что только от нас зависит наша судьба и приближение нашего прекрасного океана будущего.